Мы хотим показать, что Вебстерский университет в Женеве – это место, куда приезжают эксперты и делятся своим мнением с бизнес-сообществом. Итак, Доминик, расскажите о том мероприятии, которое проходит сегодня в Вебстерском университете. В рамках этого события мы говорим о будущем экономики Китая, а также о том, что происходит в Китае и как будет экономика этой страны развиваться в будущем. Как вам удалось наладить отношения с вашими партнерами? Главная идея была в том, чтобы покрыть всевозможные темы. Первая тема касается создания новых технологий в Китае. Сейчас мы видим радикальные перемены по сравнению с тем, что происходило в Китае в прошлом. На данный момент Китай является важным игроком в мировой сфере исследования и разработки. Нашим партнером является бизнес-школа CEIBS, которая располагается в Шанхае. Представители этой школы посетили наше мероприятие, и они помогут нам разобраться в этой теме. То есть первая тема – это создание новых технологий в Китае. Второй темой занимались наши партнеры из Международного института управленческого развития в Лозанне. Спикерами будут представители этого университета, и они будут говорить о новом шелковом пути. Третью тему также представит один из преподавателей этого университета. Он организовал очень интересную панельную дискуссию, в которой примут участие многие спикеры. Они будут обсуждать китайские инвестиции за пределами Китая. В чем заключается цель сегодняшнего мероприятия? Мы хотим показать, что Вебстерский университет в Женеве – это место, куда приезжают эксперты и делятся своим мнением с бизнес-сообществом. Мы хотим показать, что мы можем налаживать связи и создавать мосты между научным сообществом и бизнесом. Какие возможности предоставляет сегодняшнее мероприятие? Я искренне хочу, чтобы все люди, которые посетили наше мероприятие, смогли наладить новые связи, в том числе и с нашим университетом. Доминик, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Спасибо, что посетили Вебстерский университет в Женеве.